Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня 2 апреля и с вами Камила Хакимуллина. Новая неделя началась, а это значит, что вас ждут новые и интересные события. Делайте звук погромче и внимание к сюжетам! «Небо над небом» – это тонкий и ироничный спектакль настроения с оригинальной пластикой. Он вдохновлен творчеством выдающихся деятелей искусства – художников Рене Магритта и Франсиско Гойи, писателей Франца Кафки и Германа Гессе, танцовщицы и хореографа Пины Бауш, театрального режиссера Филиппа Жанти. «Небо над небом» – необычное место, где рождаются гении. Замечательно намечается вечер, но предлагаю двигаться дальше и посетить две удивительные выставки. Подробнее о них в наших следующих сюжетах. Выставка казанского художника Славы Зайцева. На ней вы увидите картины, выполненные из подручных материалов без использования красок. Но при этом они не уступают восприятию классической живописи или графики. Экспозиция – это более 70 работ, выполненных сухими листьями, землей и песком, крыльями тропических бабочек, мебельными скобами и обрывками глянцевых журналов. Выставка «От первобытности к цивилизации». На ней представлены материалы полевых исследований 15 археологических памятников, расположенных на территории Среднего и Нижнего Поволжья. Всего можно увидеть более 500 экспонатов, которые позволяют проследить этапы эволюции материальной культуры человеческого общества древности. Конечно же, в Казани сегодня будет еще много всего, но самое интересное собрано в нашей рубрике, где каждый день вместе со мной вы сможете составить увлекательные планы на вечер. Пока-пока!